рамках проекта «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» депутаты окружного совета вместе с молодогвардейцами провели мониторинг цен на товары для военнослужащих. Они проинспектировали магазин на Можайском шоссе. В ходе рейда посмотрели цены на берцы, куртки, балаклавы, перчатки и прочее. Необоснованного повышения цен не обнаружилось. Магазин даже предоставляет скидку 30% для мобилизованных граждан, отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева.